Да она сейчас подниму, лежи. Трое. Запекают уже. Где попа наша бежит? Да. На мне. Сейчас дым откину, залечу. Принял. Лежи, смотри туда на попу. Офигеть. Переспавнись. Вот сажаем. На рарите. Подъезжай. Так, радист, ты тут? Я уже поднимаюсь, они уже здесь. Они уже так, здесь. Так, со мной. Заходим в керк быстро. Со мной, значит, трое. Командир в другой стороне, парни, вы чего? На юг. А чего? Кто мне чем говорил? Так нам же керк держать, он, нет? Ну, ралик отбросьте, мы ребята, держим. Подойдите к командиру. Радист, подойди. Сейчас, погодите, радист бежит. Радиста нету. У нас нет радиста, никто не взял радиста. Кому говорили? А где дранки? Радист. Погодите, ко мне нет, радист бежит с DVD. А. Нет, зайди сюда, давай. Все, вот там уже не давай. Давай тогда такие. Ко мне. Еще давайте. Так, парни, тут же контакт. Значит, враг там рядом. Так, держитесь там, на керке. На керке уже нет никого. Тут их прилично с правой стороны, они обходят их человек 7 там. Не говорите в игру, не видно, кто передает информацию. По голосам еще не знаю. Хорошо. Сейчас, погодите, я еще отбросил. Они в керке, они в керке. Перезарядка. Блять, перезаряжал. Я не знаю, блин, там еще фишки деактивные. Блять, ВСП деактивная, она хотя бы красная зона. Что за хуйня? Раз будет радист. Парни, прикройте, ну ёбаный. Тут радист есть. Лежи. Я подыму сейчас его. Вниз? Всё, спасибо, я сам залечусь. 80 секунд и будет. Парни, тогда переходим, наверное, на школу уже штурмом. Там бар кроет. Блин, его патроны кончились. Чёрт. Да я мне к тебе сейчас обижайся. Беги, вот, блин. Сейчас. Пока спамьте, нахуй, верни меня.
двойки там ралик сейчас откинь. Ёшки. Тут хэд, все, все, не помню. Лучше уходи. Я лучше пока гранатометчика возьму. Так, пойдем сейчас туда. Тут ралик кинем около фоба. Так, у нас снайпера взяли. Надо сейчас подожди, попробуй вытащить. Дорога, дорога, пацаны, дорогу стреляют. Они в тех домах, где вот жаба сейчас находится, вот в этот крайний дом. Да, они там. Бляха-муха, там гранат. Жаба, давайте туда прорываться уже на школу. Кирк пока что оставь. Смоки, смоки, смоки. На мне. Жаба, Дранкин, прорывайтесь уже, не надо стоять все на одном месте. Так тут простреливается, мы тут держим, там они справа ходят, от Керка. Вот меня сейчас убили. Сани, где я, бар? Вот здесь справа между домами, а не Даник. Там где Дранкин вроде сидит. Попробуйте задымить полностью этот проход. В кустах, в кустах. Отойдите, отойдите. Я снимаю их, где? Нет, пока чисто, но иногда появляются. Там противник дальше. Они так, в кустах там сидят. Нам надо уже приближаться к ним, они там стоят просто, депают.
Ралик обновите. В церкви у них был снайпер, снял у снайпера в церкви. Молодец. Нужно, чтобы вы подошли дальше. У нас прям на ралике, Дал метку делу. Возвращаюсь. Вроде свободно. Ага, хорошо. Командир, поставь, пожалуйста, метку, вот где школа, сама школа, черное здание вот это большое. Там у них либо ралик, либо фоба. Я сейчас попробую побежать поднять. А, ты это. Они на фобе прям. Туда, да, я поставил. Да, все правильно, там, да. Что-то у них там есть такое, что они респаунятся. Да, они прям на фобе сидят. Осторожно, Диам. Отметки еще левое задание, там на втором этаже много противников. Клаус, может, оттянешься чуть назад? Что-то их там много выходит. А рядом со мной здание бегает, здание рядом со мной. Командира убил. Медик помоги. Еще один. Короче, четырех там завалил. Так, все, парни, остальные переходят на школу. Половина отряда атакует тут, половина отряда там. Спасибо. С этой стороны никого уже нету. Короче, я запросил. Короче, я бомбу запросил на школу. Мы ее сейчас попробуем зарашить. Думаешь, она пробила? А бомба, когда падает, она все уничтожает. Дрункин, вот в этом здании, где сейчас девятка пошла, там на втором этаже снайпер. Захожу в церковь. Принято. Сейчас буду подбегать к тебе. DVD, вот у него там в этом здании снайпер. Нет, ползком, если только. Я поднимаю, не так. Спасибо, ребят. Ралик обновлять или новый будем ставить? Обновляй, обновляй. Спасибо. Спасибо. Танк подъезжает на школу. Говорят, что Черчилль. Внизу. Командир, держись, я иду. Внизу есть кто еще, ребят? Танк приехал на школу.
не знаю, не слышу никого. Блин, внизу, да. Мы теряем точку. Ко мне. Командир, он внизу, на южной стороне здания. Занимаем школу. Что там с траншеями? Дай пойти. А, на меня командир пришел. Они поднимаются. Мы пока отбиваем. Танки едут с запада нашим траншеям. Так, я тогда Лёхова ПТ-шника возьму. Он прям на фобе. Это наш. А, это наш тигр, говорит. На мне. Так, парни, школу не падает. Нам надо прицелиться, помочь школе там. Они в траншеях. Школа не падает, потому что у нас забили лету. Траншеи. Переходим на эту, на транши. Школа забелена. Пускай жаба тогда. Там все-таки танки стреляют, но к транши. Переходим на траншеи, переходим на траншеи. На траншеях человек 5 я видел пехотинцев и танк подъехал. Это кровель, это не черти. Отходим на школу, это Хаслер заходит. Пара человек в этот дом. Пара человек около... в тот дом, что около ФОБа, и остальные идут на метку 88. Там закрепляемся. Там снайпер идет на башню. Понял. Там в церкви люди были. Блин, на мне прям ранг стоит, помните? Все, забрали точку. Да не отметь, пожалуйста, на мне ранг. Так, давайте быстрее. Нам надо кирк занять. Там сейчас, говорят, снайпер сидит. Туда идут автоматики, только остальные идут крыть на 88. Парни, наш танк обстрелит пехоту. Стой, Клау. Сначала я иду. Идут на нас. Какая ёбаная хуйня. Минус. Около школы. Предположительно, с того направления не идут. Да. Обстрел надо. Не высовывайтесь в керке. Стреляет по нам.
под кехом, прям под башней. Где, где? Прям под башней внизу. Кто тебя так, обжег, да? Сейчас туда, вон там, вон Алекс стоит. Бля, забор решетчатый, не простреливаться, это капец. Спустись, спустись, а не сюда. Стреляю. Осторожней, там прям на мне бегают М1 Гранд. Там, где рядом с тем местом, где вы ралик хотите поставить. Сейчас уебывал. Во, около вас. Впереди, впереди, Дранг. Вдоль улицы побежал один противник. Одиночная цель. Да, от кеха. Так, М1 убил. Да, осторожно. Отомстил. А поднимешь меня? Только лежа, там еще один так, есть. Так, иди со мной, слева, иди со мной, Дранг. Он за вот этой, за вот этим строением, вот этим. Так, меня кто-то убил, Дранкин, осторожно. Переходит он между домов. Красный пост на дороге. Добро пожаловать в Австралию. Здесь вас может убить даже стенка. Так, Сагитариус, нет, смотрите, где-то у нас тут пехота. Галик, рядом с церковью одного убил. Парни, у вас в церкви. Поняли. Они внизу нас еще кроют. Они обходят со школы, но через запад. По полю идут. Сейчас. В церкви все плохо. Принято. Так, сверху они живут только из-за раликов. Ищем, короче, ралики, туда продвигаемся. Понял. Тогда я не перестаю атаковать церковь. Прихожу на ралики. У них ралик, походу, на втором этаже в церкви. Похоже на то. Нет, я бы сказал, что в доме напротив церкви стоит ралик. Ну сейчас слишком их много там появилось. Да, у них там походу есть ралик. Напротив церкви дом, видимо. Ралик красный, ребята. Да и так, ралик да, не заходит. Дранки, я не знаю, как не я не убил там его, но ладно. Займи лучше позицию. Сагитариус, попробуй меня поднять. А, хотя не иди на меня. Защищайте ралик. Он за домами. Поднялся, обойди, поднялся, Диан. Не успел, ворвался. А я только отошел, не... просто. Другого убить.
должен быть. Из арки выходи. Эрик, да, вот здесь вот прям перед... Вот здесь, где арка, да, напротив меня, где я вот лежу. Слушай, не вижу пока никого. Выстрелы с той стороны идут. И они переходят там дорогу. Бегают. Подключись, я других подниму сейчас. Ой, на точке много. Да, убил в церкви снайпера. Все не понимаю, сколько. Да, они со школы швали, наверное. Уходи, 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 уходи. Да уходи. Я сейчас, сейчас подниму. Уползай. Уползай, ползай. Не поднимай. Подожди, я. Ну ты подлечись, поднимите, да. Потому что он с крыши, то есть со второго этажа, видно, стреляет. Вдоль домов идите здесь. Так, они уже на этой, на кирке закреп. Спасибо. Блин. Подхожу к школе. Там на кирке их много, на кирке Дранкин их там много, прям расстреливай, они подходят к черному выходу. Пять же красный. Ралли красный. Ва, зашел, зашел. Да, зашел, разница. Черт, ты должен этого. Ты должен их издалека расстреливать. Да, там их много заходит, видимо. Радис, аннигилятор какой-то у них. Опять? Валик красный. С той стороны здания. Дранкин, Дранкин, смотри. Он у тебя с твоей стороны стреляет откуда-то. Это что за там вся раздесили в доме? Да что ж такое? Да что это такое? Я... Он же перезаряжался. Танки, танки. В дворах еще в один. В моем доме Томпсон сидит. Я не понимаю, он бежит и стреляет. Класс. Откуда стреляют? Я вот на втором этаже, где ралик, откуда он стреляет? Вот, где я лежу, там Томпсон в доме. Он как будто с другого дома с мамой стреляет. Блядь. Еще в центре, вот эти, между этими дорогами, в центре один бегает. Где мой труп? Да, да, там где-то. Да, они заняли транш. Так, парни, они траншеи заняли, отходим на траншеи. Идет в точку, пока никто не заходит туда. Наши арту сейчас будут на точку кидать, не выходи.
сатану поднимите. Штралик в другом месте поставим. Парни, 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 идем сразу на школу, идем на школу. Траншеи надо. На 40 во двор. Вот она, сейчас подниму, лежи. Трое, ребят, на 40. Забегает уже. Где фоба наша? Бежит. Да. На мне, брат. Сейчас дым откину, залечу. Принял. Лежи, смотри туда на копы. Офигеть. Так, они появляемся с ралика, атакуем Кирк и школу. Это наши опять накидали нам? Вроде убил. Фобу заблочили, идите атаковать Фобу. Её, наверное... У дома, ребята, двухэтажного, вот этого огромного. Олег, сейчас подыму. Медика жду. Прыгивай сразу в канаву. Он рядом со мной. Справа сейчас я сам залечусь и тебя подниму. Из окна. Угу. Эрик. Я сейчас попробую его убить. Спушусь и попробую. Давай. Его убили уже вроде. Да? Лечу. Блин, вообще ничего сделать не могу, со всех сторон. Так, парни, идем на школу. Нет, не убили его. Подбегаю к школе. Авиация. Поднимаешь. Да, давай. Так, парни, никто не идет на траншеи, идет все, все идут на школу, идут на школу, все. Ралик зарубили. Дям, не пались. Ралик не у нас красный, там. Ребята. Может, вы переставите? В упор у меня. Спасибо. Куда вниз? Я просто не понимаю, как, откуда они знают, что я здесь мы сижу в транше. Вот прям град у меня летит. Что это за бред? На мне, медик, аккуратнее. Я не знаю, может, разменялся. Нет, посмотри, сейчас из-за угла тут лежит со мной вместе. Блин, значит нет. Меня врезали пушкой какой-то, блядь. Но... под ствольником. Бомба залетела. Так, я не могу ни гивап нажать, не могу ничего сделать. Он тут. Жанна, смотри вот во двор. Слушай, я слышу, кто-то его поднимает. Уколом щелкает. Да, я тоже слышу тоже. Значит, ты там не один, а двое крови. Все, можно не гивапаться. Все, 6, да, 6 тикет. Полей, кто-то уже тут у нас. Фобу, Дям, они тут.
Граната прилетела. Я им туда гранат кинул. Окей. О. Нехило, блядь.